тут рисуем, играем, занимаемся, учимся. Диапазон занятий крайне широк, но медосмотр вне очереди. Постояльцы интерната знают, о чем говорят. Некоторые вот это не хотят тут быть, а так тут очень хорошо. Осмотр проводится каждый год, врачи приезжают из Курска. Впрочем, тут в интернате и в другие дни есть чем заняться. Учеба, потом кружки, кружковая работа, прогулки, сон и очень много различных выездов. Тут цирки у нас очень много, комитет образования и другие. Педиатр, невролог, офтальмолог. Каждому ребенку нужно уделить особое внимание. Это у нас обязательная акция. Мы осматриваем детей по всей нашей области, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Александр Юров, Максим Леонов, телеканал «7».